всему голова, а пироги – это украшение стола. Кстати, издревле считалось, что наличие пирогов на столе способствует благополучию. Сегодня идем оценивать русские пироги из Пирогова. Пироги занимают на русском столе видное и притом всегда почетное место. Эти подлинно национальные культурные изделия дошли до нас из глубокой древности. В наше время для того, чтобы полакомиться настоящим русским пирогом, вовсе не обязательно самостоятельно месить тесто и топить печь. Можно все это доверить профессионалам, которые не только испекут, но и доставят пирог к вашему столу. Торговая марка «Пирогова» – это новое направление компании «Томин Хлеб», давно и надежно зарекомендовавшие себя на рынке хлебобулочных изделий. Пекут пироги, что называется, с душой, соблюдая технологию изготовления настоящих русских пирогов, а на производстве все чисто и аккуратно. Наблюдая за процессом приготовления пирогов, просто не терпится дождаться, когда же, наконец, их вынут из печи, чтобы можно было попробовать. Ассортимент Пирогова удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус. Пироги с капустой, с мясом, семгой, курицей, грибами, ветчиной и сыром. Сладкоежки тоже не останутся равнодушными. Есть пироги с вишней, с яблоком и корицей, с брусникой и яблоком. Выглядят пироги очень нарядно. Ими не стыдно украсить любой праздничный стол, а благодаря сытности этого исконно русского блюда можно обеспечить вкусный обед, например, в офисе, порадовав коллег. Наши пироги – это отличная замена различным тортам и всем уже надоевшим сладостям, которые все время приносят. Поэтому вы можете найти хорошую альтернативу, заказать отличный русский пирог, который доставит удовольствие всей компании и будет отличной новинкой на вашем столе. Что немаловажно, в производстве пирогов используются только натуральные ингредиенты – свежее мясо, рыба и птица, мука высших сортов, сочные фрукты, отборные ягоды, ароматные зелень и специи. И даже для упаковки пирогов применяется исключительно биоразлагаемый картон, благодаря чему с уверенностью можно утверждать, что продукт экологичен во всех смыслах. Пирогова – первый сервис по доставке пирогов в Рязани. Пирогова имеет свою доставку. Вы сможете в любое время позвонить с 9 до 6 и заказать пирог на следующий день. Время приготовления занимает сутки. То есть в течение ночи эти пироги пекутся. На следующий день вы получаете высококачественные продукты. Стать обладателем пирога очень просто. Выберите пирог с понравившейся начинкой. Определитесь с весом пирога – 1 или 1,5 килограмма. Позвоните по телефону 503-533 и осуществите заказ. Ну вот, наш пирог готов. С пылу жару, что называется, очень красиво выглядит, ароматный. Попробовала, очень вкусный. Так что определенно наш знак качества. Ухоженные и здоровые волосы всегда обращают на себя внимание. Но потратить силы, время и деньги на уход за ними еще не главное. Главное – сделать это правильно. За советом, как всегда, идем только к специалистам. Мы выбрали салон красоты «Салю». Обладательницам длинных волос хочется, чтобы их локоны блестели и лежали один к одному. Но как же добиться такого результата? Спросим у стилиста-парикмахера. Добиться такого эффекта, конечно, хочет каждая женщина, но не у всех это получается. Поэтому длинные волосы, они требуют особого ухода. Как правило, кончики у длинных волос склонны к ломкости, сухости, они обламываются и секутся. Поэтому для них необходимо дополнительное увлажнение. Как правило, используются масла. Масла сейчас очень модные. В использовании они очень простые. Мы наносим небольшое количество масла на кончики. В состав масла не входят силиконы, поэтому волос остается легкий и послушный. Правильный уход за волосами включает в себя массу факторов. Это и сбалансированное питание, и достаточное своевременное очищение, и постоянное увлажнение. Ломкость – еще один враг длинных волос. Проблемы возникают в результате механических воздействий, таких как сушка феном, частое расчесывание мокрых волос щеткой или расческой. В состав масел входят только натуральные ингредиенты. Они обволакивают волос, придают волосу дополнительное увлажнение, питание и, соответственно, блеск. И, конечно, не забывайте посещать парикмахера. Какой бы длинны ни были волосы, их просто необходимо регулярно подстригать. Теперь о зрелых и блондинистых волосах. Стать блондинкой несложно, трудно при этом сохранить здоровый и живой вид своей укладки. Мы ведь не хотим так называемого эффекта соломы. Для блондинистых и зрелых волос рекомендуется использовать маски на основе фитоактивов. В состав входят также антиоксиданты, входит витамин С, входят каротиноиды, масло аната. Масло аната тоже обладает уникальным
восстанавливающим свойствам, освобождает волосы от свободных радикалов. Если речь о зрелых волосах, то уже из названия следует, что за ними нужно бережно и старательно ухаживать. Они более ломкие и тонкие, подвержены воздействию окружающей среды. С возрастом снижается выработка кожного сала, липидов и кератина, поэтому волос становится более тусклым, ломким и хрупким. Для того, чтобы его поддерживать, необходимо, конечно, использовать в уходе средства, содержащие большое количество антиоксидантов, в частности, это витамин С. Как правило, сейчас в антивозрастных линиях всегда он присутствует во всех продуктах. Вьющиеся волосы – настоящий подарок природы. Но эта роскошь требует и повышенного ухода за собой. Каким должен быть правильный уход за вьющимися волосами, чтобы прелестные кудри, предмет зависти и любования окружающих, не превратились в кошмар для своей хозяйки? Кудрявые волосы очень пористые, но если они ухоженные, то это очень красиво. Кудрявые волосы нуждаются в абсолютно ином уходе. Они требуют дополнительного питания, дополнительного увлажнения. И для того, чтобы создать красивые локоны, которые не будут у вас пушиться вследствие того, что меняются погодные условия, какая бы шикарная прическа ни была, если волос мокнет, он становится пушистым и теряет свою форму. Поэтому также мы используем увлажняющие спреи, просто наносим небольшое количество перед выходом на улицу, просто в конце укладки. И дополнительно, если нам нужно создать более четкие, жесткие локоны, чтобы они были более структурированные, мы также используем масла. Масла на кудрявых волосах дают нам дополнительное питание, дополнительное увлажнение. Здесь содержатся антиоксиданты, которые препятствуют разрушению структур волос и дают такое дополнительное увлажнение. Наносим мы тоже также небольшое количество. И почему-то большинство девушек уверены, что в семье можно смело пользоваться одинаковой расческой для всех. И это главная ошибка, загубившая старания ни одного стилиста-парикмахера. Каждая стрижка, структура волос и способ укладки требуют индивидуального подхода. Расческа имеет огромное значение. Щетина для кудрявых волос необходима натуральная, но комбинированные расчески всех типов подходят. То есть натуральная щетина с силиконовыми зубчиками. Такие расчески бережно прочесывают волос, не рвут его. И уж точно не стоит слепо сгребать с витрины все подряд средства для укладки. То, что подошло подруге, на ваших волосах может иметь обратный эффект. Самое простое сделать, как мы, спросить профессионала. Если это тонкий волос, мы не можем применять для него средства, которые используем на толстых волосах, либо вот на волосах на блондинистых, пористых, да, потому что волосы с тонкой структурой, вот как, например, первая модель была у нас с длинными волосами, да, они будут более утяжеленными, с ними будет сложно сделать какую-то определенную укладку. Поэтому для них используем более легкие структуры в укладочных средствах. Если это блондинистые волосы, либо это кудрявые пористые волосы, тогда мы используем средства, в которых содержатся более сильные увлажняющие компоненты, которые как раз-таки закрывают чешуйки, и они должны в достаточном количестве подпитать волос. Салону красоты «Салю» за полезные уроки ставим знак качества, а вам совет. Берегите свои волосы, хольте и лелейте. Иногда они способны создать имидж целиком. Все ценят опрятность и здоровье. В гипермаркете «Глобус» вновь акция. На этот раз, сделав покупку на сумму от 700 рублей, вы получаете вот такую красивую штучку. Это часть пазла, собрав которой, непременно порадуйте своего ребенка. И не только ребенком. Как оказалось, на самом деле все гораздо интереснее. В преддверии зимних Олимпийских игр гипермаркет «Глобус» не остался в стороне и запустил акцию «Собери команду «Глобус». Акция проводится с 22 января по 11 февраля. Условия абсолютно просты. За каждые полные 700 рублей в чеке покупатель получает один элемент пазла. Максимум за покупку в гипермаркете «Глобус» можно получить три элемента пазла, вне зависимости от суммы в чеке.
Пазл состоит из 9 картинок. На них глобусята на лыжах, на коньках, с клюшкой и шайбой. Словом, вовсю занимаются олимпийскими видами спорта. А интрига заключается в том, что частички мозаики вы получаете в запечатанном виде, не видя, какая из картинок внутри. В итоге собранные элементы могут повторяться, а пазл долго не складываться. Казалось бы, досада, а вовсе нет. Как выяснилось, тут и начинается самое интересное. 9 февраля гипермаркет «Глобус» организует день обмена. Только 9 февраля гипермаркет «Глобус» организует день обмена элементами пазла между покупателями. Также в молле гипермаркета будет выставлен банк «Глобуса», где покупатель может подойти и обменяться элементами пазла с банком «Глобуса». Но и это еще не все. Как только ваш пазл готов, рано вешать его на стенку или, того хуже, убирать в дальний угол. Теперь это не только красивая картинка, но и пропуск на викторину с развлекательной программой, подарками и сюрпризами, которая также состоится 9 февраля. В «Глобусе». Также 9 февраля будет проводиться мероприятие, где каждый покупатель, который собрал полный пазл, может поучаствовать в мини-викторине. Правильно ответивший обязательно получит подарки. Так что собирайте глобусят, меняйтесь картинками, изучайте историю глобуса, пригодится на викторине. Покупайте в «Глобусе», смотрите Олимпиаду, ну и, конечно же, болейте за наших. Каждому человеку хочется тепла и уюта. Если мы говорим о своем жилище, то немаловажную роль в этом деле играет освещение. Мы с вами идем разбираться в этом вопросе в один из самых крупных салонов света «Снизу вверх». Название и правда говорящее. Действительно, снизу вверх все заставлено и увешано самыми разными люстрами, светильниками, лампами, торшерами и бра. Однако порой именно это многообразие становится самой большой проблемой. Человек просто теряется. Начнем по порядку. Коридор, пожалуй, одно из самых темных помещений во всей квартире. Единственный свет, который туда проникает, из открытых дверей других комнат. Но вместе с тем там расположены шкафы, тумбочки, зеркала. Одним словом, все то, чем в темноте пользоваться явно неудобно. Именно поэтому стоит обратить внимание на светильники с поворотными спотами. Например, такие, как вот этот. Кроме того, коридор – это первая комната, в которую попадают ваши гости и вы сами, потому поответственней. Каждое изделие отличается эксклюзивностью, изысканностью и должно максимально точно подчеркнуть ваш вкус. Как будут смотреться детали интерьера и мебель с теми или другими светильниками? Люстра – наиболее популярный в наше время элемент интерьера. В этом салоне мы без труда нашли модели из Германии, Италии, Австрии. Компания «Силком» славится на весь земной шар производством современных высококачественных люстр из муранского стекла. Фирма «Фаскарини» – это генератор свежих идей в области освещения. Она смело экспериментирует с содержанием, смешивает краски и в результате создает оригинальное решение. Светильники «Бага» – это цветочно-растительная тема и подвески из муранского стекла. Секрет популярности люстросветильников в стиле флористика кроется в их удивительном воздействии на интерьер и, разумеется, том настроении, которое они передают. Сочетая в себе утонченные формы, изогнутые линии и флористические мотивы, люстры в стиле флористика становятся именно тем украшением, которое преображает интерьер. Делает его более нарядным, женственным, изысканным и даже шикарным. При выборе освещения для спальни жаловаться на скудность ассортимента уж точно не приходится. Маленькие, большие, романтичные, скромные, разные. Мы увидели светильники, для производства которых используются состаренные металлы, ткань, кокосовое волокно, джут, плетенка и многое другое. Большинство моделей люстр обладают достаточно высоким уровнем яркости, что, разумеется, не всегда оказывается удобным, поэтому стоит присмотреться к использованию диммеров для плавной регулировки. Счастливым обладателям высоких потолков тоже есть где разгуляться. Представленные модели украсят и место над барной стойкой, и кухни, и залы. Каким бы ни был интерьер, аскетичным, вычурным, сказочным или камерным, без света, а точнее без люстры, вы точно не останетесь. При выборе светильника для детской комнаты необходимо помнить не только об оригинальности и удобстве, но и прежде всего о безопасности, ведь малыш может поцарапаться или обжечься. Приятно, что некоторые модели детских светильников способствуют обучению, развитию памяти, фантазии и логическому мышлению. И потом очень важно, чтобы в своей детской ребенок с удовольствием не только отдыхал, но и работал. Например, делал уроки. К
Кстати, если вы не нашли нужную люстру, не беда, ее для вас могут сделать и привезти. Почему бы не создать свой стиль с помощью ручной работы известных мастеров? Главное преимущество таких крупных салонов света, как «Снизу вверх», заключается в том, что можно выбрать и прицениться в одном месте, что называется, не отходя от кассы. Ассортимент и ценовая политика вполне позволяют это сделать. Мы свой знак качества поставили, а выбирать и сравнивать, разумеется, вам.